Дубровский. Глава 5. Краткое содержание. На похоронах Андрея Гавриловича все крестьяне плачут. После поминального обеда приезжают судейские, и Шабашкин дает распоряжение от имени Троекурова. Крестьяне ропчут. Они не хотят иметь Троекурова своим хозяином. Наслышаны, как плохо он обращается с крепостными. Владимир пытается усовестить наглого Шабашкина. На это ему отвечают, что Дубровский теперь здесь никто и не должен вмешиваться в дела. Крестьяне все больше проявляют недовольство и, наконец, бросаются на судейских с намерением их связать. Перепуганный Шабашкин прячется в доме с помощниками. Владимир просит крестьян разойтись, и они Дубровского слушаются. Дрожащие от страха судейские остаются ночевать. Они боятся ехать. Вдруг крестьяне на них нападут. Владимир оставляет их в гостиной и запирается в кабинете отца. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.